Всем привет! Впереди очень много праздников, и всегда хочется на каждый праздник удивить своих гостей. Я вам сейчас предложу очень оригинальный и вкусный рецепт, как подать икру, и чтобы все гости были удивлены этим рецептом. Я вам предложу рецепт ложки с икрой. Можно, в принципе, для этого рецепта приготовить тесто самому. Но мы взяли более простой рецепт. Мы просто купили слоеное тесто в магазине. Замороженное обычное тесто. Берем кусочек примерно вот такой толщины. Раскатать, в принципе, его нужно не сильно, всего лишь один раз. Берем ложку, вырезаем на тесте форму ложки. Прикладываем ложку, придерживаем одним пальцем. И до конца вводим ложку ножом. Берем ложку, которую мы вырезали с теста, прикладываем на обычную чайную ложку, немного разминаем вот тут, чтобы она даже немного вылазила за края, и обязательно прокалываем вилкой немного. Все, так вот в принципе готово для запекания. Мы постелили пергаментную бумагу и выложили ложки. И теперь будем запекать при температуре 180-200 градусов примерно 20 минут. Прошло 20 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот красота у нас получилась. Очень важно, чтобы ложки остыли. Нужно их просто выложить на тарелку и пусть остывают. Смотрите, перед тем, как мы будем натирать масло вот на такую вот мелкую терку, обязательно, чтобы масло постояло у вас в морозилке полностью замерзло. Тогда оно будет хорошо натираться и получится то, что надо для ложек. И натираем кусок масла. Ложки у нас полностью остыли, теперь будем украшать их красной икрой. Немного сверху положим сливочного масла. Посмотрите, какие аппетитные ложки у нас получились. Вы удивите гостей обязательно этим блюдом. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее.